Вас приветствует практикующий врач-уролог. Сегодня я вам расскажу, каким образом необходимо лечить цистит при беременности. Необходимо понимать, что при лечении цистита применяется только определенная группа антибиотиков. Наиболее безопасными препаратами при лечении цистита у беременных являются нитрофурантоин, фосфомицин, амоксициллин, амоксициллин и клавуланат, цефураксим. Далее я подробно расскажу, как эти препараты необходимо принимать. Нитрофурантоин необходимо принимать по 100 мг в виде таблеток 2 раза в день на протяжении 5-7 дней. Фосфомицин необходимо принимать в дозе 3 грамма однократно. Цефураксим необходимо принимать в дозе 250 мг 2 раза в день на протяжении максимум 7 дней. Амоксициллин и клавулановую кислоту необходимо принимать в дозе 500 плюс 125 мг 2 раза в день на протяжении 7 дней. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите свое здоровье.